Ну, мы ничего не вынесем, все лавочки закрыты, вот, все уже вынесли до нас. Вот, соответственно, отношения России и Соединенных Штатов находятся в сложной фазе. Америка не хотела бы ухудшений отношений с Россией. Это видно по позиции представителей Госдепа по отношению к российской оппозиции. То есть никакой поддержки нет. И это обусловлено именно тем, что не хотят совсем поссориться с Российской Федерацией, потому что от России, в общем-то, много еще зависит. Но России почему-то это выгодно, непонятно каким силам. То есть выгодно изображать конфликт с США, делать какие-то мелкие пакости. Мне кажется, это комплекс, так сказать, державы, которая была когда-то великой и потеряла свое могущество. Вот. Мне кажется, величие державы не определяется подобными выходками. Вот. И я считаю, что Запад, он, скорее всего, адекватно ответит. То есть России тоже не будут выдавать тех, кто отсюда убегает. Но это, в общем-то, ничего тут такого особо криминального нет. Никакого для обычных граждан в этом смысла тоже нет. Если только вас будут преследовать, можете рассчитывать, что Россия приняла Сноудена, у вас есть шанс получить убежище на Западе. Он усилился, увеличился, это хорошо.